Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам покажу, как шить платье Боха. Я использовала ножницы, текстильная ручка, нити в тон, иглы шмец номер 65, клеевая, метр, 100% лен и выкройка. Данные о выкройке будут под видео в описании. И приступаю к раскрою. И сначала нужно укрепить обтачку клеевой. Затем нужно стачать плечевые швы. Швы нужно заутюжить на сторону спинки. Затем обтачку нужно разделить на 4 ровные части и соединить с горловиной. Отступая от края 1 сантиметр, нужно проложить ровную строчку. После припуск нужно завернуть на сторону обтачки и по лицевой стороне, отступая от края 1 мм, нужно сделать отстрочку.
Затем этот срез обтачки нужно обработать на верлоке. Горловина готова. Сейчас нужно притачать рукав. И припуски нужно заутюжить на сторону изделия. После нужно обработать срез рукава на оверлоке. Затем рукав нужно подвернуть на 2 сантиметра и по лицевой стороне проложить ровную строчку. И швы нужно отутюжить. После нужно стачать боковой шов и шов рукава одной строчкой. Швы нужно заутюжить на сторону спинки. Затем нижний срез нужно обработать на оверлоке. После нужно подвернуть на 3 сантиметра и по лицевой стороне проложить ровную строчку.
Ну вот, платье Боха готово. До встречи в следующем видео. А сейчас пока-пока!